Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий. Состав у нас будет дальники, купидончик, такая вот смерть 12-12, варлок 12-12, ворожей с воодушевлением, хранитель огненная защита, арес бог войны. В принципе, все. Будем пробовать затащить. Так, битва гильдий. Смотрим. 316, 301, 359. Так, понятно. Побежали сюда. Ворожай, стрелок, хранитель, Анубис. Хорошо. А с кого кинем? Ну, давайте попробуем вот так, с Ареса кинем. Вот так его убрали сразу. Хорошо. Значит, начнем с хранителя. Правда, он баф даст. Надо будет сейчас поставить ему немножко другую ремку. Давайте вот так вот попробуем всех. Так, ну, судя по всему, ударили неплохо. Сейчас только мы на хранителя ремочку поменяем, чтобы он зарядился немножко попозже. Поставим ему троечку. В принципе, можно вытащить из хранителя. Но лучше все-таки с Анубиса, на нем мы подольше будем разгоняться. Так, подтаскиваем его сюда. Купидончик у нас офнулся сразу же, причем. Так, вражеского ворожея мы слили. Варлока слили. Ну, в принципе, думаю, без проблем сейчас... Стрелка должны затащить. Вот вам состав дальников, которым можно свободно бегать. При том, что у нас купидончик слился сразу. Это нам не помешало. Слить всех героев, даже не набрать 50%. Потом на повторе посмотрите, скажете, какой там был урон. Потому что у меня нету во время битвы гильдии времени этим заниматься. Так. Вроде все живы. Побежали на следующего топа. Так, давайте буфово с конца начнем. Стандартная расстановочка, конечно, тут будет немножко более проблемно, но надеюсь, мы сможем затащить. Так, спам. Так, Купидона опять офнули. Вот так вот, не канает здесь такой состав. Сейчас попробуем еще. Арес, конечно, уже не настолько актуален, как раньше был. Сейчас его получается его полностью все умение снимает. Так, понятно, опять слились. Но верх, конечно, зачистили, в принципе, но не все то, что надо. Так, давайте попробуем где-то отсюда тогда забежать. Все-таки сливает очень быстро хранителя. Не успеваем. Немножко неудобная расстановочка для похода такими дальниками.
Ну, ничего страшного. Так. Да, жестко, конечно. Ну и мы минусуем очень быстро, но маловато, маловато. Видите, только ворожей остался. Ладно, давайте посмотрим кого-то другого. Не обязательно всех топов бить. Времени не хватает заморачиваться над этим. Так, что тут у нас? Тут у нас все понятно. Ну, хоть посмотрим на урон. Так, вытащили, кинули всех. Бам. Ну, вот так вот. Конечно, урона тут немерено. Надо сейчас будет попробовать все-таки на ворожая поставить ремочку. Или заменим, вообще поставим. Не с воодушевлением, а с каменкой и ремкой пятой сразу, чтобы он хилил и замедлял. Правда, тут юнита много надо. Юнита выбирать. Но это придется какого-то героя выбирать. Не особо охота это делать в таком составе. Так. Сейчас мы поменяем. Так, пятая. Вот так вот такой вот будет у нас теперь состав. Так, этого прошли. Давайте вот этого попробуем. Так, ну тут Бигфут, Анубис, Стрелок вверху ворожая. Ну давайте попробуем. Вот выманили, кинули. Блин, Арес сразу сливается. А, тут у нас еще и Фрея есть. Хороший подарок. Значит, пробуем снизу. Потому что она может по одному наших посливать. Так, Бигфут. Так, разрядили. Хранитель и все остальные. Он минусуется раз сразу же, причем. Да, дерево тут бы не помешало, но судя по всему, тут есть огненка. Очень быстро герои минусуются. Но состав довольно-таки неплохой. Так. Некрос с пятой римкой, что ли? Сразу заряженный. Странно. Зачем такой? Так, а ну-ка так попробуем. Нет, все равно раз минусуется. Это плохо. Ну, 450 тысяч варлок бьет. Нехило так. Сейчас будем пробовать еще. Видите, все равно минусуется сразу. Как-то странно. Ну вот Фрея мы зарядили, она сейчас по одному всех наших героев. Да, против Фреи сложновато будет. Придется все-таки через нее идти. Видите, минусуется моментально, причем. Даже спам нас тут не особо спасет. Вот у нас остался только один спам. Придется проходить другим составом. Так, есть.
Пробуем еще раз. Ну, вроде раз выжил. Правда, не вижу там особого урона. Так, спамим по максимуму. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, хиль-хиль-хиль-хиль. Так. Ну, вроде. Вроде нормас. Так, надо, чтобы смерть сейчас нормально минуснула. Конечно, шанслива. Надо стрелка убрать срочно. У нас, в принципе, тут есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, ребята. Называется, набегались. А может и нет. Вот так, как обычно, трешачок от меня. У Даши сердце в пятки уйдет, когда увидит это прохождение. Так, ну а вы обязаны поставить по лайку под этим видосом. Так, есть. Набираем опять юнитов, потому что без юнитов нам будет сложновато. Как обычно у нас баги с наймом юнитов. Ну ничего не поделаешь. Делаем перезаход и идем обратно. Так, юниты есть. Побежали. В принципе, там разница в очках не особо большая. Не будем успевать, пройдем кого-то другого. Так, что тут у нас? Ну вот видите, для этой расстановки немножко неудобно. Ну, попробуем опять. Нет, 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 не катит. У нас тут он еще и с воодушевлением ворожей. Надо его побыстрее снести. Так, попробуем где-то отсюда забежать. Нет, все-таки минусует. Ладно. Попробуем первого. Так, что тут у нас? Фрейя есть. Полный набор. Стрелка что-то не вижу, странно. Ну, побежали. А, не, есть стрелок. Вот смотрите, как герой минусуется Фрейей. Вообще без вариантов. Единственный вариант ее заблочить, вот как мы это сейчас сделали. Но опять же, вам просто не хватит спама даже. Так, хорошо. Ну, давайте попробуем кого-то другого. В принципе, там особо разницы в очках не будет. Зато посмотрим на именно такой состав. Или реально бегать против некросов и прочих. Ну, судя по всему, реально. Так, тут можно вот так вот сделать. Либо даже вот так выманить хранителя и на хранителя разогнаться. Вот смотрите, что делают. Почти всех унесли. Сейчас еще раз заходик сделаем. Так, выбежали. Так, раз блокируй. Есть. И опять все минуснулись. Ну что такое? Ну, не могут, не успевают хранителя убить. Так, ладно. Ждем, пока хранитель сейчас пропадет.
Так, есть, спала с него. Кидаем своего хранителя. Кидаем Ареса. Хотя ж, блин, вроде нормально блочим. Скорее всего, тоже. 700 тысяч прошло. Ну, маловато, маловато будет. Да, все-таки отражалка есть. Потому что очень быстро убиваются. Ладно, попробуем, значит, отсюда забежать. Что делать? Так, хранитель пошел. И все остальные зарядились. Видите, варлок сразу минуснулся жестко причем. Да, не хватает немножко нам урона. Хотя ворожая слили. Пробуем обратно через верх забежать. Через хранителя. Вытащили его. Так, ворожей ударил, пустили своего. И сразу все минуснулись, как обычно. Ну, смотрите. Рину, по-моему, минуснули. Да, Рину минуснули сразу. Да-да-да-да. Так, давайте попробуем, значит, через Рину забежать. Попробуем все-таки выманить его. Вот, минусуется жестко. Видите, сильно большой урон. И просто убиваемся об любую огненку. Так, что тут у нас? Ну, такой же состав, в принципе. Какие-то однотипные базы. Хранители по краям. Зачем хранители по краям, я не знаю, конечно, но... Вот смотрите, как сразу минусуется жестко причем. Бам-бам, и сразу минус. Так, варлок, а ну-ка, варлок, давай, затащи. Затащишь или нет? Ух ты, там урон крутой прошел. Минуснули. Ну, героев, конечно, мы это слили, но накрас они слили. Да, плохо, что я поздно начал проходить. Раньше было бы немножко интересней. Так, купидончика слили. Пробуем отсюда. Давай, смерть. Давай, 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 еще чуть-чуть. Слейте, некроса слейте. Есть, некроса убрали, остался стрелок и хранитель. В принципе... Должны сейчас без проблем просто их слить. У нас ворожай есть. Да, без проблем. Как видите, можно через некроса бежать спокойно. Сейчас некрас никакой там особой проблемы не составляет на дефе. Смотря, конечно, какой, смотря какие герои, но вот вам состав, старенький состав с дальников. Некоторые, конечно, прокачаны хорошо, но бегать можно без проблем. Ну и вы, конечно, не наберете 50%. То есть вы тут либо сразу умираете, либо... Можете дальше пройти. Так, следующий. Что там, кого-то еще сбуфало? Посмотрим. Времени у нас особо нет. Вот еще один. А это он, кстати, на мне и слился. Давайте попробуем тут забежать. Кидаем хранителя. Кидаем всех. Так, заблочили. Так, жалко, хранителя слили. Чуть-чуть не хватило. Ладно, пойдем через верх. Сразу слить надо ворожая. Тогда шанс будет намного выше. Ну, тут попробуем через хранителя опять же выбежать. Так, сейчас
Конечно, можно было и Вальку взять сюда ради интереса. Сейчас будет смешно, если мы на нем сольемся. Но я думаю, 6 героев все-таки должны затащить. Плюс у нас спама немерено. Ну, остался, как видите, только один некрос. Не знаю, сможет ли он тут что-то сделать. Скорее всего, убьется. А может и нет. Нет, тут нереально ему просто выставить. Так вот, правда, не всех топов. В следующий раз постараюсь таким же составом показать всех топов. Пораньше немножко раскрою свою расстановку. Что у нас по очкам? Да, немножко нам не хватило. Чуть-чуть. Одна попытка. Ну, разница в силе, сами видите. Более 1 миллиона. Это уже показатель. Все. Покажу вам сейчас сборочки. Вот такой вот РС. Ворожей. Хранитель с огненной. Ну, купидончик. Стандартный, вы уже видели, смерть, которую прокачал. Тоже собрал, чтобы не сразу заряжалась. Ну и новый варлок, на которого тоже будет обзор. Тут, конечно, у нас стоит с воодушевлением. Можно другие руны ставить, можно бывашку поставить. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!